Всем доброго времени суток. Решил что-то, пока погода есть, после работы выскочил так на небольшое энное количество часиков порыбачить, часик-два может быть. Заскочил в такое интересное место. Здесь я еще в этом году не рыбачил, но думаю, местечко перспективное. Что из этого получится, не знаю. Ну попробую. Для того, чтобы сюда слезть, мне пришлось вот по такому интересному корячиться вниз тут на заднице скатываться к косогорчику. Но думаю, назад-то как-нибудь залезу поди. Сейчас начну, наверное, сначала с микрухи пробью. Вот там местечко интересное, оттуда можно будет все прокидать. А дальше, ну, посмотрим, может быть мормышек. Сегодня взял кощей, взял опять, значит, Наваха микроджик 0,5 грамм. Ну и мормышки, всевозможные грузики в ассортименте, силикон тоже. В процессе рыбалки, думаю, увидите, где, как и на что ловлю. Что, пробуем? Вот туда. Эх, думал, зацепился. На ветку закинул. Ну-ка вот туда. Корешки такие. Можно щук стоять. О-о-о. Стучит. Опа. Ха-ха. О, удрал. Ушарик. Большая для него такая приманочка. Наверное, мормышечкой надо. Ну, проверим мормышечкой. Ну, уже почти не ноль. О, стучит, стучит. Попер, попер, попер. Не, здесь надо поменьше приманку. И как заметил, вчера рыбачил то же самое. Проводка. Один оборот, пауза. Один оборот, пауза. Что, посмотрим, что скажет морма. Стоит мотель Беркли. Мормышка 0,5 грамма. А, вот какой-то был ударчик. И все, и бросил. Еще ударчик. Что-то какое-то непонятное, как похоже на окуня, не похоже. Типа карасевого, что ли. Ух ты! Так. Чутье мне подсказывает, что надо приманочку побольше мотыля. Так. Поставим белую карасевую танту. Посмотрим, что нам это даст. Мотыля что-то теребят. Это какой-то, наверное, маленький для них. Рыб сейчас голодный. Жор у него. Приманочку пожирнее надо, поаппетитней. Сейчас проверим. На рака-то крейзи-фишевского кидалась рыбка. А мотыля только так чуть-чуть стучит. Вообще странно, не хочет белую танту есть. Красную сейчас поставлю. Так, надо микруху. Рыба у дна вся стоит.
Ух ты! О, и тот сбежал. Шука. Мелковастый окунь какой-то. Где крупники? Сейчас коричневую танту попробую. Думаю, может, сикарашечку какую-нибудь. Типа стрекозы там. Так, что-то как-то неправильно здесь рыба. Сейчас что-нибудь подберем. Поставим такую коричневую. Ну, что-то мне подсказывает, надо что-то покрупнее. Стоял рак от Crazy Fish. 1,6 дюйма. У него поклевки были. Мелкие поставил, что-то теребит. Не пойми чего. А клевать толком не хочет. Большую танту поставлю. Вот такую. Она, конечно, для мормышки-то сильно уж большевата. Ну, попробуем. Проверим теорию. Что рыбке надо что-то покрупнее сейчас. И мормышку потяжелее поставить. Чтобы в придонном слое дна, почуяли, дна коснулась, поднимаем чуть-чуть и начинаем мормышить, чтобы она над дном играла. Иногда здорово помогает. Ага. Кто-то интересовался. Не дал заглотить. Ага. И все, что ли? Так. Может, поактивнее надо приманочку-то? Так, сейчас еще проверим. Потом перейду на микроху. Так, так. Сейчас поставлю вот такой виброхвостик. Не виброхвостик, а твистерочек. Беленький вот такой. Играет здорово. По идее, должен бель собирать. Я его вчера проверял. Играет вообще классно. Вот мы сейчас и проверим. Даст нам это что-нибудь? Даже нападение мормышки даже играет. В верхних слоях нету рыбы, что ли? Ага. Кто-то стукнул. И бросил. Ладно, не хотите мелкие клевать, будем кабанов ловить. Перевязал микруху, поставил 2 грамма декоевскую джиг-головку и виброворм от Атак фиолетового цвета, 2-дюймовый. Посмотрим, что это даст. Если нет, значит, будем что-то ракообразное вешать. Ух ты! Поклевка была. Значит, 2 дюйма немного или много?
Значит, что-то поактивнее надо. Может, надо минову поставить. Сбили. А сбили, значит, приманка у нас работает неправильно. Сейчас сделаем незацепляйку. Что-то маленький крючочек надо побольше головку взять. Ладно, пробуем. Попытка не пытка. Тут я ни одну рыбу-то еще не поймал. Опа. Какой шарик маленький. На хвостиках катаются. Где крупный-то окунь? Сейчас может перейти маленько. С другого места попробовать покидать. Там вдоль тех кустов должен хороший окунь стоять. Да и здесь должен. Ха, на хвосте катаются. О, завернул. Я хочу покрупнее окунята. Не хочу совсем маленького. Так, меняем чего-нибудь. Да, место, конечно, хорошее. Только неизвестно, как здесь чего ловить. Ну что это было? Хрен его знает, что. Удары куда-то под корягу, скорее всего. Ё-моё! Нет, что-то здесь какое-то неправильное место. Ладно, еще раз перевяжусь.
Вообще пипец. Супер рыб. Поздно приехал опять. Пока солнышко сюда еще заглядывало, вроде рыбка поклевывала. Чуть солнышко за берег ушло, хотя там светло еще нормально. Все. Оба-на! А вот это ёж! Чух-чух-чух-чух-чух! Вот это ёж! Надо его сфотать! А? Иди, монстр. Ежи выползли. Ух, окуняра. Микрухой ловлю на Кощея. Ух ты. Ой, сфотаю. Че, вылазить, наверное, надо. Ладно, поеду. Что-то наловился. Буду закругляться, такая получилась рыбалка непонятная. Полкило буду вырезать однозначно, потому что там у меня пификалок не хватит все запипикивать. Пообрывался за поллета, наверное, столько не пообрывался. Ну, половил маленький тут окуньков каких-то непонятных, ёшика поймал. Вот здесь в этом омутке было что-то такое, удар куда-то потащил, такое ощущение, что в коряге завело, и все. И поотрывался. Не знаю, видно там будет, не видно будет на видео. Но, тем не менее, отдохнул. Времени зря потерял. Новое место проверил. Вот сюда прийти чуть-чуть попозже с живым опарышем, с мормышем. Да. Ну, только мормышечка надо где-нибудь так 0,7-0,8 грамма. И можно, я так думаю, очень даже здорово половить. Ну ладно, что, всем пока.